Не торопитесь вешать ярлыки. Вот если вы так думаете про этих всех остальных, что они дураки, вот, а вы, например, умный, то почему бы вам не поисследовать вот размеры и характеристики этой глупости? У Эйнштейна есть знаменитое высказывание на вопрос, чем он сейчас занимается. Он сказал: «Исследую бесконечность космоса и человеческой глупости». По поводу последней пока не уверен. Вот. Ну, в общем, можно поисследовать вопрос. Поэтому хотите тренировать мышление, хотите тренировать ум, задавайтесь вопросами даже в отношении ярлыков, которые вы, из вас там выпрыгивают. Увидели глупость? Изучите, в чем она состоит. Почему это глупость? Каковы аргументы для того, чтобы вы могли сказать, что это действительно глупость? Какие у вас есть, возможно, варианты уменьшить степень этого незнания или глупости? Может быть, больше подумать про то, что такое дружба.